Итак, сделать Дина Виктора Мурзаевым, а у Сергея Ананьева это все еще впереди, но у него на счету уже 6000 очков есть. Если ему удастся сохранить такой темп в игре, то он может выиграть. Если же он не будет ошибаться, вот Минчес, как он врезался в шипы и потерял все свои кольца, но тем не менее он не замедлил ход и продолжает двигаться вперед. Так же, как его соперник Виктор Мурзаев. Уже прошло 3,5 минуты, и до окончания поединка только чуть больше 4 минут. И пока Виктор Мурзаев, который играет слева, он сейчас на наших экранах, отстает от своего соперника Сергея Ананьева. И совсем немного осталось Виктору Мурзаеву до встречи с кораблем доктора Работника. Вот мне сейчас что в тайнике. Из тайника пытается выбраться Сергей Ананьев, ему это наконец-то удалось. У него по-прежнему 6500 очков и уже 31 кольцо. Вот он наконец добрался до первой встречи с кораблем доктора Работника, но здесь, к сожалению, дополнительные очки не начисляются. Его соперник Виктор Мурзаев. Вот мне сейчас теряет кольца Сергей Ананьев. Но очки у него по-прежнему 6500, а его соперник увеличит свои очки до 600. Ошибся, видимо, Виктор Мурзаев, и поэтому начинает свой этап заново, проходит опять вторую часть острова Ангелов. Игроки практически на одном и том же месте. Но у Сергея Ананьева есть преимущество. Он опережает своего соперника ровно на 6000. Замешкался чуть-чуть Виктор Мурзаев. И это уже становится достаточно опасным. Теряет кольца Виктор Мурзаев. У него лишь 700 очков и ни одного кольца. Вот мы видим сейчас, что ошибся Сергей Ананьев и ошибся Виктор Мурзаев. И они вынуждены начать заново первый акт острова Ангелов. По-прежнему в копилке у Виктора Мурзаева 6700 очков, а у его соперника всего лишь 700. Удалось Виктору Мурзаеву набрать еще 200 очков, у него появилось 900 на счету. И осталось чуть меньше 3 минут до окончания этого поединка. Кто первым доберется до встречи с доктором Работником, где можно набрать очень много. Какая ошибка у Сергея Ананьева, он играет справа, и сейчас мы видим, как он врезался в пушку и потерял все свои кольца. 6800 в его копилке. И похоже, что Сергей Ананьев будет первым, кто придет на встречу с доктором Работником. Пока Сергей Ананьев опережает своего противника Виктора Мурзаева. Теряет кольца Сергей Ананьев. Точнее, Виктор Мурзаев. И то же самое происходит у Сергея Ананьева. Ни одного кольца не имеет ни Виктор Мурзаев, ни Сергей Ананьев. И они находятся практически в одном и том же месте в игре. Но пока Сергей Ананьев опережает Виктора Мурзаева. Вот мы видим сейчас, как Виктору Мурзаеву удается набирать дополнительные очки. Каждый удар по вертушке приносит ему 100 очков. И в его копилке уже 2700 очков. Чем дольше он продержится на этой вертушке, тем больше шансов у него одержать победу. Остается чуть больше 1 минуты до окончания этого поединка. Сергей Ананьев тоже не отстает и продолжает набирать дополнительные очки. И вот пошла последняя минута поединка. Четыре тысячи 200 очков получает Виктор Мурзаев, а у его соперника всего лишь 7000. 7000 очков и 3 кольца. И мы видим сейчас, что он застрял. Застрял на дополнительном этапе. А мы видим, что Виктору Мурзаеву, благодаря победе над доктором Работником и собранным кольцем, на счету 7300 очков. Вот мы видим, как Виктору Мурзаеву не удается прорваться сквозь секретную комнату. И пока Виктор Мурзаев опережает своего соперника.
хотя он проигрывал большую часть этапа. В поединке с доктором Работником ему удалось набрать необходимое количество очков. Вот мы сейчас видим, то же самое происходит у Сергея Ананьева. У него на счету 8200 очков. И вот пошли последние секунды, и все. Звучит сирена, и с результатом 8200 победа достается Сергею Ананьеву. В финальной игре недели он обыграл Виктора Мурзаева, который отстал от него всего лишь на 900 очков. За несколько минут до окончания у тебя была такая великолепная возможность. Ты начал бить по вертушке и резко увеличивал, сокращал разрыв. Что случилось вдруг, что ты проиграл? Не сумел. Дальше промазал прыжком, она остановилась. Ты как думаешь, вообще трудно было играть? Угу, с таким соперником. Не удалось Виктору Мурзаеву обыграть сегодня своего соперника. Он не уходит с пустыми руками, а главный приз недели достается Сергею Ананьеву. Сергей, ты тренировался накануне этой игры? Немножко, да. На чем? На IBM. На IBM? Да, там есть игры, ну, у которых суть такая же, вот, как у Соника. Я тренировался, когда вот мне сказали, что на Сонике буду играть. Ну вот скажи, ты давно уже играешь? Я? На Денде или на IBM? Ну вообще на приставке. На приставке я год назад где-то играл у двоюродного брата. А на IBM я уже давно играю, лет 5. У тебя дома стоит компьютер? Нет, я к маме на работу езжу. А приставка дома стоит? Нет. То есть ты хочешь сказать, что ты обыграл тех людей, у которых дома приставка? Угу. Ну и как себя чувствуешь? Радостно. Давно хотел снять приставку. Что ты с ней будешь делать? Играть на ней. Привет, я карамелька Чупа-Чупс. Абсолютно натуральная, вкусная, сладкая, ароматная. Я самая знаменитая конфета в мире. У меня вкус клубники, лимона, апельсина, шоколада, колы.